Вифлеемский огонь доставили в Новосибирск. В торжественной встрече огня приняли участие координатор Братства православных следопытов Новосибирской епархии протоиерей Андрей Ромашко, духовник Братства священник Виталий Антонов, руководитель отряда Дмитрий Шевчук, а также следопыты. Накануне праздника Рождества Христова в Новосибирской епархии произошло радостное и трогательное событие. По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в Новосибирск был доставлен Вифлеемский огонь, зажженный от негасимой лампады храма Рождества Христова. Из Вифлеема в Москву огонь передается скаутами Международного братства православных следопытов. В Новосибирске огонь мира и дружбы был доставлен в храм во имя мученика Ванифатия. После окончания благодарственного молебна верующие получили возможность принести в свои дома частицу света Вифлеемского огня. В эти дни по всей России, по всему миру проходит замечательная акция, основоположниками которой стало Всемирное братство скаутов или следопытов, разведчиков, как их называют в разных странах по-разному. Эта акция называется «Вифлеемский огонь мира и дружбы». Когда в храме Рождества Христова в Вифлееме от неугасимой лампады, которая находится на том месте, где вот как там серебряная звезда, изображающая, напоминающая нам о звезде, явившейся в день Рождества Христова, от неугасимой лампады зажигается огонь, и скауты, разведчики, следопыты со всего мира зажигают оттуда свои лампады, привозят в свои страны. Этой акции уже больше 30 лет, и к этой акции присоединяется сегодня и Братство православных следопытов, которое действует на территории, канонической территории Русской Православной Церкви. Это уже не первый год, и не один десяток лет уже это все совершается. Вот частичка этого огня, это не как благодатный огонь, это, который возжигается на Пасху, это... Ну, как символ, что ли, которым мы делимся, поздравляя друг друга с наступающим Рождеством Христом. Как частичка огня, частичка тепла, как огонь от свечи к свече. Как христианская проповедь распространяется от одного человека к другому. Также вот этот огонек, возжженный от Вифлеемского огня, принесен был в Москву на Крутицкое патриаршее подворье, где находится штаб-квартира Братства православных следопытов, где базируется, так скажем, центр нашего православного молодежного движения всероссийского. И оттуда, благодаря деятельности следопытов православных, этот огонек привозится по всем епархиям Русской Православной Церкви.